еще за 5000 лет до нашей эры. В конце 17 века во время азовских походов по донским землям проходила армия Петра I. И место приглянулось царю. Он даже хотел основать здесь крепость. Но мирный договор между Россией и Турцией тогда сделал это невозможным. Через полвека дочь Петра Елизавета I решила устроить на этом месте таможню, где и донские казаки могут вести свою торговлю с приезжими греками, турками и армянами. Годом позже были построены пристань, Багаус, карантин, помещение для служащих гарнизона. С этой таможни начался Ростов-на-Дону. Город в курсе. Ростов-на-Дону. 106,6 FM. Легко запомнить. 101 сейшельская рупия. Это примерно 8 американских. С изобретателем и сказал, что готов купить патент на формулу чудо-вещества. Однако Эндрихт отказался. А через несколько дней Нью-Йоркская газета напечатала интересную информацию о кудеснике. Он оказался настоящим аферистом. За четверть века до своего гениального открытия Луис собрал деньги жителей штата Колорадо на строительство железной дороги. Затем скрылся. В ответ Луис Эндрихт заявил журналистам, что уничтожил единственный экземпляр формулы вещества, чтобы он не достался врагам Родины. Как ему удалось всех одурачить, до сих пор не ясно. Сейчас посоветовали бы тем людям, которые являются родственниками погибших в катастрофе, стоит ли бежать в какие-то суды, подавать иски, или в таких случаях государство все сделает правильно? В суды бежать не надо, срок исковой давности по судам 3 года, а вот бежать в компанию и писать: моя тетя погибла, и прошу выплатить мне компенсацию, на втором экземпляре ставить штамп, это надо как-то зафиксировать, я просил. Леонид Дмитриевич, ну что ж, спасибо вам большое. К сожалению, мы сейчас с вами прощаемся. Сегодня, да, пожалуйста, вашей программы по понятным причинам не будет. Я полагаю, что наши слушатели тоже нас поймут. Мы все внимание уделяем расследованию.